Друзья, я вас приветствую. Вы, как всегда, на канале «Кто в теме». Было много вопросов по грузам. И хотели подписчики, те, кто ко мне заходят в гости на канал, посмотреть грузы в деле. Перед вами тяжелый мотоблок «Заря 12Е». Он весит больше 300 килограмм. Вот такой в сборе, как он сейчас есть. Все удивляются, как вы, говорит, так просто и легко управляетесь с ним на огороде. Друзья, вся беда в том, что должна быть правильная развесовка. Правильная развесовка мотоблока. Если правильная развесовка мотоблока, вам будет легко работать на нем. Поверьте мне, моему опыту, что правильная развесовка мотоблока облегчает работу на огороде. Друзья, а теперь вы посмотрите, вот здесь был сделан вот такой кронштейн. Ну, он многофункциональный. В последующих роликах и в предыдущих роликах вы видели его назначение. В данном случае здесь заходит труба 40 на 40, на которую одевается грузы. Здесь она фиксируется. Тут и снизу тоже болтики есть. И сверху болтики. Она фиксируется. И вы набираете грузы, как вам надо. Для того, чтобы была сделана правильная развесовка. Значит, изготовление кронштейна у меня тоже есть. Там в роликах предыдущих. Если вам это интересно, вы можете его самодельно сделать так, как вы его хотите. Но в принципе я вам конструкцию показал. Значит, друзья, а как же сзади? Сзади в данном случае здесь тоже был изготовлен вот такой вот кронштейн круглый, который одевается вот на этот ограничитель. И выход к этому кронштейну — это была труба. Труба, разрезанная пополам, две шинки были с дырочками, с отверстиями, подготовленные, проваренные, и скрепляется вот так вот болтами. Значит, функция этого кронштейна-держателя — закрепить трубу 40 на 40 и поставить на ней грузы. Ну, грузы можно скреплять последующей жизни. А можно не скреплять, они никуда не денутся, друзья. И, в общем-то, в принципе, я вам все показал. Развесовка правильная должна быть следующая. Друзья, смотрите, это 300, больше, может быть, 320 килограмм, может быть, 340 килограмм. Вот это правильная развесовка, друзья. Это правильная развесовка мотоблока, когда вы с ним работаете на огороде. Приблизительно вот так. По данному ролику я вам могу сказать следующее. Что здесь, когда я делал вот эту борону круговую, я отбалансировал. Я как бы не отбалансировал, а я сделал правильно развесовку путем утяжеления вот этой бороны. Я ее сделал из уголка, а изначально хотел сделать с трубы 40 на 20. Но уголок придал весу, и она, в общем, для правильной развесовки сыграла свою роль. Значит, сами вы видели и прекрасно понимаете, что, конечно, ним легко обращаться на огороде и когда идешь на ходу. Легко, без всяких справляются даже не самые большие богатыри с таким мотоблоком. При правильной развесовке не может работать человек и весом 60 килограмм, 70, и 80, и 100, и 120. Поверьте мне, хуже не будет, если сделана правильно развесовка. В принципе, у меня по ролику все. Буду очень рад вашим комментариям, вашим
вопросам. Буду рад вашим лайкам и буду рад вашей подписке. До следующего ролика.